Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, что нас ждет в ноябре в игре Мир танков. В начале ноября нас ждет тест новогоднего патча. По крайней мере, так обычно бывает. Также еще с 1 ноября по 1 декабря месячная акция «В бой». И в этой акции «В бой» вы можете выбрать один из трех танков. Паражета мод 65, 60 ТП Левандовского, АМХ 13-105. Все те же три танка, которые у нас в боевом попуске. Можете зайти на склад и активировать любой из этих трех танков для того, чтобы включились боевые задачи для одной из трех этих веток. 4 ноября в 7 часов утра закончится фан-режим «Тыквенный переполох». 7 ноября в 7 часов утра исчезнут пакеты за деньги и набор «Шкатулка Джека» за 3420 золота из события «Тыквенный переполох». Буквально пару дней осталось, и тыква завершается. Я только первого члена экипажа не получил, эту командиршу, поскольку там 8 раз нужно было выполнить это задание, мне просто лень столько играть в это. 3 боя я еще как-то там осилил на каждого члена экипажа, 8 не хочу. Также стали известны подробности о том, как включить эту озвучку, когда у вас есть весь набор этих членов экипажа за режим тыквы. Вам нужно просто заполнить в танке всех членов экипажа экипажем из тыквы. Если у танка, допустим, 2 заряжающих и либо еще какой-то специальности 2, вам достаточно члена экипажа из тыквы посадить хотя бы на одну такую специальность. На одного заряжающего из 2 и так далее. Интересно, у меня будет работать без командира, если я одного члена экипажа из режима тыквы переобучу на командира и посажу какой-то танк. 20 ноября в час ночи закончится первый сезон режима натиск. Громкое название первый сезон намекает на второй. Мне режим очень понравился. Давно не было никакого стимула хоть куда-то стремиться, что-то там получить, добиться какого-то результата, чтобы это интересно игралось, чтобы это интересно и смотрелось для зрителей. Различные эмоции, чтобы у нас были и у стримера, и у зрителей. Такого, в принципе, давно не было. В общем и целом, я этот режим одобряю, но идеальным его не назовешь. Некие доработки хотелось бы увидеть. Об этом я сделаю видос, и вообще про этот режим мы потом еще поговорим. Я видел там в ютубчике, уже наштамповали видосики про лучшие танки в этом режиме, как там его пройти, как нагибать и туда-сюда. Вот бы еще все авторы этих видео на фоне хотя бы показывали не ранг железа, но есть и действительно жесткие челики, которые запилили такие видосики, но таких было мало. Надеюсь, вы не насмотритесь гайды псевдочей желтых, которые вам расскажут, как пройти этот режим, хотя не прошли. 21 ноября закончится 19 сезон на ГК. 21-28 ноября третий этап линии фронта 2022 года. Любители нудно пофармить серебро, вот ваша неделька, когда вы оторветесь по полной. Я же, как обычно, эту неделю хотел бы где-то спрятаться подальше от этого всего. 25 ноября пропадет возможность рекрутировать уникальную командиршу Патриция Лазариан из 35 набора Дрочь Прайма. Короче, у меня эта баба вроде как сидит там где-то, куда ее пихать я не знаю, и она еще и пропадет. И вообще у меня получается 8 членов экипажа, нераспределенных, которых я никуда не воткнул. И их становится все больше и больше, там уже какая-то армия из этих членов экипажа собирается. Что с ними делать, без понятия. 25 ноября завершится заслуженная награда 2021 года. Не забудьте потратить все свои жетоны. Я их все потратил, поэтому где их начинать тратить, я без понятия, но возможно вы найдете все это на складе, как и остальную всю чепуху, которую вы не потратили. Поэтому там на складе вроде как в самый низ листаешь, и там целая куча всякой параши. Либо возможно в уведомлениях справа, когда заходите в ангаре, там где выскакивает сообщение про нераспределенных членов экипажа, там же возможно и эти жетоны будут. Но это лишь мои догадки, у меня этих жетонов уже нету, поэтому где они там могут быть, напишите в комментариях. После 25 ноября старт заслуженной награды 2022 года. То есть нам снова что-то подарят. И это хорошо, поскольку там обычно бончиков насыпают, еще всяких плюшечек. И это будет уже у меня, не помню какой год,
должны насыпать неплохо так. 30 ноября в 3:30 МСК окончание 9 сезона боевого пропуска в рамках 2022 года. Не забудьте потратить все очки боевого пропуска. Потратить жетоны боевого пропуска годового цикла 2022 года можно до 20 декабря 2022 года. Не проспите эту дату. 30 ноября в 23:59 МСК пропадет возможность активации боевой задачи через бонус-код Steel Union игрового события Стальной Союз. Я за последнее время столько их понактивировал, что я там уже без понятия, что активировал, а что нет. Но вроде как я все, что можно было активировать, активировал. Ну и каждые выходные у нас будут еще акции выходного дня. 4-7 ноября, 11-14 ноября, 18-21, 25-28. Каждые выходные для работяг акции. Вот такой вот у нас будет ноябрь, не хотябрь. Но я думаю, все самое интересное будет в конце ноября, в начале декабря. Там, возможно, будут марафончики на танчики премиумные, ангарчики, елочки, коробочки и все так далее. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам этот месяц. Всем удачи и пока.